Мы в том числе затрагивали, конечно, и сотрудничество. Уважаемый товарищ министр, очень рад вас видеть. Проводим совместные учения, и, причем на разных театрах, и в Дальневосточном регионе, и в Европе, и на море, и на суше, и в воздухе. Я думаю, что это, безусловно, еще одно важнейшее направление, которое укрепляет исключительно доверительный стратегический характер наших отношений, отношений между... 我就任国防部长以后啊，首次出访，专门来俄罗斯，就是要向外界展示我们中俄关系的高水平和特殊性。总统阁下是习主席交往最密切的外国元首，您和习主席深厚友谊在我们中国是家喻户晓。 Нашли время для встречи со мной. Я знаю, что, во-первых, сегодня выходные дни. Я снова прибыл в Россию в качестве своего первого зарубежного визита. Вы разрешите мне передать вам самый теплый привет и наилучшие пожелания.